Эти кинокадры были сняты больше месяца назад. А эти – вчера. Какая разница, спросите вы? В том-то и дело, что никакой. Не уменьшается количество брака. А посуда, прошедшая ОТК, хоть и без явных изъянов, согласитесь, не радует глаз. Ну, а это для сравнения. Продукция зарубежных фирм. Счет, как говорится, не в нашу пользу. И образцы деколи, которые предлагают харьковскому заводу смежники из Керчи, вряд ли способны этот счет изменить. Мы беседуем с главным инженером завода Александром Ивановичем Мотричем. Претензии торгующих организаций к качеству выпускаемой нами продукции обоснованы. Мы еще не добились полного удовлетворения покупательского спроса по качеству продукции и выпускаемому ассортименту. Безусловно, проблем у заводчан много, и решать их нужно незамедлительно. Однако ради объективности следует сказать, что и торгующим организациям, в частности Харьковской оптовой базе Хозторга, нужно прислушаться к предложениям производственников. Для того, чтобы удовлетворить спрос покупателей выпускаемой нами продукции, нам необходимо решить вопрос с торговлей по сужению ассортимента, что позволит более целеустремленно работать в направлении улучшения качества продукции. Сужение ассортимента даст возможность нам более ритмичной работы предприятия, улучшить качество выпускаемой продукции, ну и, естественно, удовлетворить спрос покупателей.